А где твоя вторая туфля? Я не знаю. Ее не было. Точнее, она была, когда была мама. Была пара туфель. Но мама пропала. Осталась туфля одна. Зачем ходишь в одной туфле? Ты знаешь, это очень удобно. Когда у меня замерзает одна нога, я надеваю на нее туфлю. А когда у меня замерзает вторая... Какая большая туфля! Да, очень. Моей маме они тоже были велики. Из такой туфли могла получиться отличная колыбель для младенца. Сегодня Рождество. Ну и что? Вот-вот родится Христос, а у него нет колыбели. Ну да. Представь, что ты Иосиф, и у тебя вот-вот родится сын, а колыбели нет. Ты ищешь, а ее нигде нет. Да, нигде нет. Милый Иосиф, поищи еще немного. Добрый Бог не мог оставить своего сына без колыбели. Возьмите, это ведь подарок. В Рождество надо делать подарки. Возьмите, возьмите.